Крыжовник – небольшой колючий кустарник с ягодами круглой или овальной формы. Его раньше называли северным виноградом. Такое название растение получило благодаря внешнему сходству. Еще известны такие названия, как берсень, крыж. По внешнему виду крыжовник не спутаешь ни с чем. Он может быть зеленым, красным, желтым, в слегка просвечивающуюся полоску. Кроме привлекательной глазу расцветки и вкусовых качеств, эта ягода имеет богатый витаминами и микроэлементами состав. В одной ягоде содержится кладезь витаминов А, Е, С, В1, В2, В3, В5, В6 и В9. Еще в своем составе плоды кустарника содержат олеиновую, линолевую, пальмитиновую, стеариновую кислоты и минералы – калий, магний, кальций, железо, медь, натрий, фосфор, селен, цинк, марганец. Плоды крыжовника оказывают противовоспалительное, мочегонное и укрепляющее действие на организм. Благодаря высокому содержанию витамина С и А крыжовник не только будет отличным дополнением к рациону, но и поможет быстрее встать на ноги при борьбе с различными заболеваниями. Калий и магний, содержащиеся в этой ягоде, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют стенки сосудов, делают их более крепкими и эластичными. Полезна эта ягода будет и при анемии. Железо и высокое содержание витамина С для его усвоения дает хороший результат. Можно включать железо в диету для профилактики железодефицитных состояний. Тем, кто мечтает похудеть, стоит присмотреться к крыжовнику. Ведь продукт ускоряет метаболизм и помогает терять лишние килограммы. Благодаря радостному гормону серотонину ягоды северного винограда помогают лечить депрессию и поднимают настроение, укрепляют нервную систему. Внимание! Не рекомендуется употреблять крыжовник при острых формах гастрита, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенных болезней желудка, а также при индивидуальной непереносимости этой ягоды. Из ягод крыжовника можно приготовить компоты, варенье, соусы, желе, вино, мармелад и даже замариновать его. А из листьев этого растения – чаи, отвары, настои. Хранить крыжовник следует в холодильнике в сухой емкости не более 2 недель. При комнатной температуре срок хранения ягод уменьшается почти в 3 раза. Можно замораживать.